Я сам вот был в поездке по всей линии фронта и заметил для себя во многих подразделениях так называемых аватаров. Их командиры прячут. Синие люди, имеете в виду? Да, аватары. Их командиры прячут, просто прячут. Ну вот я скажу, о 80-й бригаде скажу, да, это действительно воины, десантники, на них приятно смотреть. А в большинстве своем действительно это проблема, очень большая. Почему? Потому что вот такие настроения. Говорят, нам не нравится воевать. Я вот 4 года здесь, вот 4 месяца я здесь сижу вот, в пионерском лагере, да. Меня кормят, поют, делать нечего, не работаю, зарплата мне идет. Ну и в синем состоянии постоянно. Вот он потом придет с войны и будет рассказывать, какой он герой, и будет кидаться на всех, резать себе вены, вешаться пытаться, рассказывать, потом, он герой просто. И вот это тоже проблема, это основная проблема. Я вот всегда говорил, буду говорить, тот человек, который видел страдания другого человека, видел боль людскую, он никогда этого сделать не будет, тем более в своей стране. А вот все остальное, то, что будет дальше, это я буду говорить из разряда тех, которые просто синячат.